Недавно с девушкой играл Керри Джиггернаут, блядь, пиздец. Чуть не умер, нахуй. Бля, хоть бы это Тини Харт было, возьми что-то мид там себе, блядь, я не знаю. Это в ларке против Вокера и против Тини стоит вроде. Да мне нравится, что я там шотать буду. Ну да, подрывыч. Нормально будет. Пиздец. Сытный мясной бит. Ебаный задрот на тени, понял? А, дефолт не есть. Бля, парни, на Скаймагу уже 100 лет нет, кстати. О, походу чел на тени. Нахуй послал. Давай, давай, давай. Ладно. Живи, скотина. Ну-ка, тяжко, конечно, стоится. А есть что-то на него? Все есть. Если что, я стики и стан дам. Блять, нет. Че, серьезно? Я ему докатить дэм уже купил. Надо сентри мид. У него нет денег вообще. Сентри есть на базе. Надо в куру посадить. Стан будет через несколько секунд. Надо бить. Котел мисс. Просто, блядь, давит нахуй. Своим скиллом. Да, бля, сюда идите, да, у меня. Тут в миде, блядь, я не знаю, наверное, в центре 6 нахуй стоит. Он за центра стоит. Сейчас еще будет там. А, нет, не будет, наебал, маны не хватает. Пиздец, блядь, один вестик больше. Ебаный крип. Что там? Ну что, трахнули. Бля, вроде, короче, у них чел с высоким рангом.
А команда у него играет лучше, блядь. Как так, блядь, получается всегда? Так, а чё у нас там утайда вообще не с этим Владом? Сейчас ход. Да мы уже можем собраться, я уже готов, все. Просто у них, видишь, прикол в том, что вы идете драться, и у них воет, как бы воюет. А я не воюю, получается. У них типа просто ресурсов больше. У меня есть БКБ, парни. Чё-то хотим? Конечно, давай смока прожмем. У нас есть все ультимейты, у нас ульты сильнее, блядь. Там одно хрона, у нас, блядь... Ну, под радик, под БКБ точно можем выйти куда угодно. Там нет котла сейчас с ними. Заметили что? Ладно, я опять умер. Я не знаю, я не хочу играть в это. Да, все, мама тоже умер. Ты же, блядь, в этого не отлетел. На, на голову, next. Я не знаю, как тут играть. Мне дают просто хрансфера, я просто умираю, все. Значит, надо ждать мой блинк, чтобы я нападал, пиздился со всеми, а ты ждал, пока не прыгнут хроном. Надо было под вайда. Воет всех раунов будет на меня стоять, абсолютно все. Ну так, я не мог к тебе подойти здесь. Да ко мне никто не может ничего никогда, всю жизнь никто ничего не может нахуй. Ты как идешь-то? Я собираю себе арты, чтобы от теника не умирать. В итоге мне все равно нужно его бояться, потому что меня собак раз почти убьет. Ну вот и все. А ты прям подвижен, бежишь к ним, заходишь вот сюда, охренеть, и чего тебе, как там? Скоро шану бьем. Блять, я заебался с этой хуйней, то что... Смог, смог. Можете смог хоть что-то сделать, типа... Рошана. Ну так ты слушаешь, что говорят, говорю же смог. Можем пойти в смоках. Вот ты они тут, вот. Смоках? Зачем? На Рошана идем. Я не под смоками. Ну, да. Ой, блядь. Охуенно. Мана нет. Я просто умираю. Да блять! Забери бомбу, тесни за тренд. Два саппорта в боте, виловис проебали на меня. Так, ну все, кираска есть. Что-то в меде, бля, он не без трента. Ну, мы без трента. Они без котла, можем попробовать, я могу прыгнуть. Ты встань. Давай, там. Пизда. Ну не, нормально, ты живешь, отлично все. Хорошо, это мы сейчас там. Хорош, парень. Да, хорошо. Горжусь вами. Там болтоса, пойду наверху заберу. Я ТП-шу. Есть она? Я уже дал тебя. Так, я там один выйдет, прилетел.
Хорошо. Нехорошо. А, не домой. Не могу бить. Хорошо. Есть мне помощь? Я бегу, бегу, бегу. Надо пушить. Могу тебе сыр, хотя. Ну, могу дать сыр надо. Надо? Не-не, играй, играй. Робек. Давайте отойдем. Сейчас можно на развороте, если будут сильно давить. Смотрите, аккуратно. Надо дрыгаться только. Котла, если шотнем. А я могу его шотнуть. Да, но у него гост, видишь. Он мне нажал. Хорошо. Это вес. Да-да, ломаю. А он, кстати, это. Вроде умирает. Вот он везде сейчас прибежит. Давай, давай, их застанемся. Да еби, еби там. Главное, блядь, без паники. И все будет охуенно. Да? Ху, блядь. Пиздец, блядь, Арен боярышник, нахуй, просто, блядь. Пустырник. Чай-ромашка, нахуй. Чисто релакс, парни. Не, у нас еще тиммейты, видишь, нормально. Они тоже не подгорели. Молодцы. Дружелюбные союзники.